Всем привет, с вами я, Богдан, 38, и сегодня у нас будет тест-драйв Фафнира. Я его отложил у моего друга Ильи, у которого есть канал, и он называется Game TV. Он там не снимает видосики, но снимал, они там есть. Посмотрите, так что и моей тоже не пропускайте. Он сразится, я уже против 6 соперников. Я уже подобрал ему соперников. И давайте начнем. Файтинг. Ну, детали в него вот такие. Драйвер от Avipera E2. Ну, драйвер он разобрал. Это я ему железку такую поставил. Правильно. Ну, сам Фафнир. И сзади он такой. Ну, а в собранном виде... Да, кстати, он левосторонний, вот такой он в собранном виде. И первым соперником будет для Фафнира это Эвипера. Начнем. Хорошо, что стартанул. Фафнир... Бьется недостойно, так. Фафнир не поддается Авипера. Кстати, до 1 очка. Играем. Победил Фафнир. Авипера не повезло. Еще немножко и взорвался. Так что он проиграл. Теперь Фафнир сразится против второго соперника. Это будет Шторм Спиган. Но... Это будет, наверное, полегче, чем Эвипера. Трейн Фафнир. Такой хороший бей. Просто, чтобы было прям поинтереснее, я взял у друга, отложил. Сегодня я сниму видосик с его Фафниром. Ну а за сегодня я его и буду приносить и отдавать назад. А если хотите, чтобы я снова снял видосик с Фафниром, то пишите в комментах. Я буду очень рад. Так. Он проиграл, а Фафнир выиграл. Фафнир выиграл с Прайзена. Кстати, хорошо держался с Прайзен. Да. Итак. Про второй соперник. Второй. У него будет это его старший братишка. Гайст Фафнир против Трейн Фафнира. Сейчас мы узнаем, кто же сильнее. Да. Фафнир улетел. Но... Мы это просто так не защитим очко. Нужно же хорошую битву сделать. Да? Да. Значит, куда я положил? О, вот она. Сейчас будет хорошая, красивая битва. Гейст Фафнир против Трейн Фафнир. Вот она. Два братья. Но первая модификация против второй. Даже сильнее. Кстати, появилась третья. Визард Фафнир. Волшебный Фафнир. Не знаю, почему ему такую назву дали. Но пусть будет тоже хорошо. И побеждает Трейн Фафнир. Невероятно. Гейст Фафнир проиграл. Вот он, кстати. А Трейн победил. Но мне интересно, если мы запустим Трейн Фафнира первым, то Гейст выиграет? Сейчас мы это проверим. Хорошо ты ударил. Вот так сейчас сделаю. Покажу, как он ударяет. Фафнирочек. Фафнирочки бьются. Угу.
Теперь битва на выносливость пошла. Победил Трейн Фахнер, все равно. Интересненько, интересненько. Гайст проиграл. Теперь против кровавого Луйнора сразится Гайст Фахнер. Надо поставить так, чтобы было все хорошо видно. Вот так они бьются. Красиво. Но проиграет Луйнор. А выиграл Трейн Фафнер. Йоп. Но теперь Трейн Фафнер сразится против Спригана Реквиема. Да. Странно будет. Но из эволюции будет до 2 очков. Вот они. 2 очка. До 2 очков. Угу. Скажу, выиграет. Спрайзен Реквием или... Трейн Фафнер. Я думаю, что они обои сильные. Так что будут наравне. Фафнер держится. Не поддается Спрайзену. Но проигрывает Спрайзен. Но... За эволюцией же до 2 очков. Так что Спрайзен теперь первый запускается. Что такое? О! Хорош! Теперь тренинг. Нерчик тут такой кружится, да? Кружится. Сражается на выносливость. Да. Битва тупо на выносливость. Вот последний соперник его будет поинтереснее и покруче. Помните битву в мультике? О, снова брат мешает и ходит там что-то делает. Дайте ее отсюда быстренько. Иди. Ну почему ты мешаешь? Ай ты, блин. Наконец-то он ушел. Помешай там, где что-то ходит там. Блин, задолбал уже. Всегда, блин... Да ё-моё, поставить нормально камеру. Нормально поставь. О, хорошо. А ну-ка, проверочка при вас, да? Так, всё хорошо. Реквием проиграл. Вот он, кстати. Блин, при руках он плохо смотрится, но вот так. Он проиграл. Теперь против Найтмэр Луйнора. Это была битва в мультике. Это тоже до 2 очков. Кстати, он уже 5 положил. Значит, Луйнора тоже сможет. Но это не точно. Сражаются они достойно. Достойно. Так хорошенько. Сейчас кто-то может проиграть или выиграть. Это точно. Так, подниму камеру. Луйнор уже калашматится.
и упал. Так, надо поставить. А ё-моё. О. А ё-моё. Да не падай ты. О. Трейн Фафнер выиграл. У него одочку. А Луинера ноль. Офигеть. Пошли по Валборта. Пафнерчик. Смерчик так атакует Лунорчика. И неужели побеждает? И Пафнерчик. Пафнер. Трейн. Побеждает Найтмер Луинера. Это просто прекрасно. Итак, скольких соперников он победил? Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Всех шестих соперников он положил. Но мне интересно, сможет ли он одолеть... А где он там? Простите. Сможет ли он одолеть его? Биннинг Валки. Просто интересно. Сможет ли он одолеть Биннинг Валкирия? Биннинг Валкирия. Это будет интересненько. Трейн Фафнер против Биннинг Валкирии. Это же последняя битва на сегодня. Блин. Опа. Ну, конечно, все уже могу дать Винину Валькири. Долго продержался. Хорошо. Но проиграл Винину Валькири. Выиграл Трейн Фафнер. Ну, на сегодня, как я говорю, все. Сегодня у нас была битва Трейн Фафнер против шести соперников. Но я добавил седьмого. Просто ради прикола. Да. И Фафнер его тоже одолел. На сегодня все. Ставьте лайки. Вот так. Сейчас покажу. Вот так. Подписывайтесь на каналчик. Сейчас покажу, как подписываться на канал можно. На канал подписывайтесь. Ставьте лайкусики. И всем адьос!